Эту тему обсудим с нашим гостем. К нам присоединяется Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. Игорь, рады приветствовать вас. Доброго. Здравствуйте. Итак, вот как сказал Владимир Зеленский, план, который будет поддержан большинством мира. Я напомню, об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга со своей словенской коллегой Наташей Пирс-Мусар. Что должно быть в этом плане, чтобы он был понят большинством стран мира? Начинается план, как мы видим на саммите мира, из трех консенсусных вопросов: продовольственная безопасность, ядерная безопасность и гуманитарные обмены. И нужно сказать, что этот план уже реализуется. Буквально на днях мы вернули в Украину очередную группу пленных. Это еще не все на все, но это уже серьезные подвижки. Но, конечно, главным вопросом это будет формат окончания войны и весь комплекс вопросов, связанных с этой задачей. Здесь пока что консенсуса нет, и динамика изменяется каждый день. И пока что мы видим, что главная задача Украины — это усиливать свои позиции в экономике, в финансах, в вооружениях, в дипломатической поддержке для того, чтобы любой мирный план максимально соответствовал вопросам национальной безопасности Украины. А, Игорь, а что нам сейчас дает возможность говорить о таких планах, что нам сейчас дает возможность, да, предлагать какие-то конкретные шаги? Этот месяц во многом был серией дипломатических мероприятий, на которых решали стратегические вопросы для Украины. Саммит мира показал поддержку Украины очень многими странами. Мы хотели еще больше, но в любом случае это был успех. Саммит мира зафиксировал, пожалуй, одну из главных позиций — это уважение к территориальной целостности Украины. Именно об этом в финальных мероприятиях саммита говорили его участники и говорил Владимир Зеленский. Это и было ответом всех этих сотни стран на ультиматум Кремля, где они требовали признать незаконную аннексию украинских территорий. И поэтому, пожалуй, это один из главных принципов, который станет основой для дальнейших переговоров. У нас уже подписано около 20 соглашений в области безопасности. На саммите НАТО через неделю в Вашингтоне они будут объединены в единую систему, а также будет создана структура для координации помощи в области безопасности. Там есть длинное англоязычное название. То есть это тоже усиливает переговорную позицию Украины. Мы ожидаем получить новые системы противоракетной обороны, потому что обстрелы украинской гражданской инфраструктуры становятся все большей проблемой, в том числе разрушение инфраструктуры в области энергетики. И поэтому система является динамичной. Нельзя сегодня сказать точно, в каком формате, какой модальности будет мирный план и в какой модальности будет финальное мирное соглашение. И поэтому о чем больше всего сейчас говорит президент Зеленский, это первое, никаких территориальных уступок, территориальная целостность Украины вообще не обсуждается. Второе, это долгосрочные гарантии безопасности. То есть независимо от того, в какой точке остановятся боевые действия, агрессор может начать новую войну через день, через месяц или через год. И поэтому нужна сложная, но понятная система гарантий безопасности для Украины. Именно ее сейчас и строит украинская дипломатия. В оценке некоторых СМИ саммита мира в Швейцарии была такая фраза, но я точно не переведу, но рано или поздно с Россией все равно придется иметь дело, и если говорить о мирном плане Украины, то решить это, все эти вопросы без участия России невозможно. Каким вам, в каком формате вам видится участие России во втором саммите? Хотелось бы, чтобы последним, где была бы уже поставлена некая точка. И как вот от формата участия России может зависеть присутствие на этом саммите, втором саммите мира, таких стран, как Китай, Саудовская Аравия, Бразилия?
Действительно, страны, которые вы назвали, являются региональными лидерами. Они не просто сами сильные страны, сильная армия, сильная экономика. Они влияют на точку зрения ряда других государств, с которыми у них подписаны соглашения или существует стабильное экономическое партнерство или сотрудничество в области безопасности. Поэтому заявления этих стран тоже очень важны. Да, Россия, скорее всего, будет приглашена на следующий саммит мира. Приедет ли российская делегация и на каком уровне, это будет зависеть от тех челночных дипломатических переговоров, которые будут проходить до того времени. Уже мы видим, что ультиматум российской стороны, выдвинутый накануне саммита мира, он не принимается Трампом. Это очень важно. Во время дебатов Трамп сказал, что нет, он не поддерживает то, чтобы отдать кусок территории Украины, Российской Федерации, и закрепить это юридически и международным признанием. Это уже важно. Китай, который выдвигает с Бразилией свой мирный план, там тоже не говорится о признании всех этих незаконных псевдореферендумов. Главная дискуссия идет в том, будут возвращаться эти территории военным путем Украине или же только дипломатическим. Соответственно, челночная дипломатия продолжается, все встречаются со всеми, вопрос Украины в повестке. А как будет развиваться ситуация, будет зависеть от решений саммита НАТО, от результатов выборов в США, от экономической ситуации в Китае, от отношений Китая с Соединенными Штатами. От ряда факторов, и не все от этих факторов зависят от нас. Украина делает максимум со своей стороны, чтобы усилить свою позицию, а также наблюдает и консультируется с партнерами. Я напомню, раз уж вы заговорили об этих дебатах, напомню нашим телезрителям, что бывший президент США Дональд Трамп, которого в России пропагандисты активно в свое время говорили «Трамп наш» и так далее, назвал условия мира в Украине, которые выдвинул Путин, неприемлемыми. Об этом он заявил в ходе дебатов с Джо Байденом в студии телеканала CNN. И напомню, что 14 июня, за день до саммита мира в Швейцарии, Путин потребовал от Украины отдать России все территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области, а также заявил, что для прекращения огня Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Ну вот, по моему мнению, и некоторые собеседники с нами на Freedom как раз отмечали именно вот эту фразу Трампа, ну, одной из наиболее ярких, запоминающихся в этих дебатах с Байденом. С вашей точки зрения, да, там много было такой вот пикировки по поводу каких-то внутренних американских вещей. Все, что связано с Украиной, вот как вы считаете, почему настолько много внимания было уделено как бы вопросу внутреннему, да, дебаты между кандидатами в президенты, но тем не менее так много времени и усилий этих двух кандидатов в президенты было уделено именно в Украине. Действительно, как правило, для американского зрителя, американского избирателя более важны вопросы внутренней политики, вопросы миграции, вопросы инфляции. Но в данном случае два президента оба выступали по поводу войны в Украине. Наверное, оба хотели бы показать окончание войны в Украине как успешный кейс. Конечно, наверное, каждый хотел бы, чтобы это была безоговорочная победа. Если нет, то это мирное соглашение, которое будет модерировать действующий президент США. И поэтому они хотят успешной истории, возможно, немного по-разному ее видят. В планах советников Трампа, который, и этот план, скорее всего, согласовал сам Дональд Трамп, это больше выглядит на остановку боевых действий по линии разграничения. В планах администрации Байдена, скорее всего, это продолжение помощи в том же объеме, которое сейчас предоставляется, с ожиданием того, что в России ухудшится экономическая ситуация. В этом есть различия. Украина их принимает во внимание и учитывает в своих стратегических планах. Игорь, а если вернуться вообще к вот этим всем предпосылкам, когда Путин начинает выдвигать какие-то ультиматумы, когда Путин начинает выдвигать какие-то абсолютно
нереалистичные требования, насколько вот это все формирует, да, контекст, в котором, опять же, мы можем говорить о планах своих по окончанию войны, когда мы можем уже продвигать конструктивно в мире нашу формулу мира, насколько вот это все формирует, скажем так, для нас какие-то предпосылки по формированию вот этого контекста. Любой мирный процесс — это дело не одного дня и в течение месяцев, в течение которых проходят пускай не прямые переговоры, но обмен заявлениями и коммуникация через посредников, заседания экспертных рабочих групп с обсуждением. Во время этого процесса каждая из сторон делает определенные шаги. Это либо военные операции, наступления, контрнаступления, постройка фортификаций, либо публичные заявления, либо от имени первых лиц, либо же от имени полуофициальных спикеров или тех, кого не воспринимают настолько всерьез для того, чтобы замерить реакцию оппонента. Скажем, последняя новость из Беларуси о том, что они вот объявляют, что Украина собралась на них нападать, это же тоже провокация, которая может привести к определенным даже боевым действиям с территории Республики Беларусь. И как результат всех этих ходов появляются определенные проекты решений. К сожалению, больше 2 лет идет война, это не привело к мирному регулированию, и Российская Федерация продолжает надеяться на определенные успехи в Украине. Но и действия Украины, и действия партнеров приводят к определенному результату и к определенному формированию стратегии. Игорь, я немножко отойду от темы, но все-таки хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Наверняка вы будете первым нашим экспертом, который прокомментирует эту новость, что Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию, признавшую действия России геноцидом украинского народа. Мы много об этом говорили, и вот сейчас такая вот резолюция ОБСЕ, кроме того, в ней содержится осуждение агрессии, и документ определяет деколонизацию России необходимым условием для установления крепкого мира. Ваше первое впечатление, это новость, ну вот буквально последних часов. То сейчас в Бухаресте проходит сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это успех украинской делегации, это инициатива украинской делегации парламентской. Поэтому парламентская дипломатия очень важна. Конечно, эта резолюция не ведет к немедленным последствиям. Но поскольку парламентская ассамблея ОБСЕ принимает участие парламентские делегации из всех стран, членов ОБСЕ, это как и европейские страны, так и евразийские страны, то все эти делегации, приезжая домой, могут брать этот документ как одно из базовых документов для принятия уже решений национальными парламентами, национальными правительствами. Поэтому подобные декларации и ПА ОБСЕ, и Парламентской ассамблеи Совета Европы, они все являются составляющими дипломатической работы, а потом уже появляются более конкретные решения в области безопасности и экономики по санкциям, по передаче вооружения, по соглашению в области безопасности. Поэтому это важная работа, и это, несомненно, успех. Ну, мы видим вообще очень много достаточно серьезных решений в последнее время. Вот я так понимаю, что тут тоже важна, да, совокупность, некая сумма этих решений для последующих каких-то действий, то есть некий фундамент закладывается таким образом. Да, я бы к этому добавил, вот как раз мы буквально перед вами говорили с Ахтемом Чайгозом по поводу решения суда ЕСПЧ по крымскому делу, это, наверное, вписывается в общую концепцию, о чем говорит Катерина. Игорь. Вы нас слышите? А, я думал, сейчас синхрон Ахтема будет. Не-не-не-не. Да, действительно, в Европейском суде по правам человека рассматривается 2 дела, и тоже каждое, даже промежуточное решение, если оно даже не окончательное, то все эти решения также добавляются в международную правовую базу. И поэтому ЕСПЧ принял одно решение, суд ООН принял промежуточное решение, Международный уголовный суд выдал ордер
на арест высшего руководства Российской Федерации. Это все подводит нас к выполнению тоже одного из пунктов формулы мира. Это справедливость, справедливое наказание виновных в развязании агрессивной войны. Поэтому, да, украинские юристы, украинские дипломаты работают по всем этим точкам, и останавливаться ни в коем случае нельзя. Если только ты останавливаешься, соперник, противник будет атаковать не только на фронте, но и на дипломатическом, юридическом фронте тоже. Ну да, тут комплексный подход очень важен, о чем мы тоже всегда в эфире говорим. Игорь Владимирович, вам большое спасибо за то, что к нам присоединились. Вам всегда рады на Freedom. Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, напомню, был с нами на связи.